У нас есть два самореза, только один с турборезьбой, другой без турборезьбы. По диаметру они одинаковые. У самореза с турборезьбой есть специальная насечка на кончике. Вот такая вот. Чтобы древесина не трескалась, когда ты в тонкую доску. Сейчас проверим, кто из них будет закручиваться быстрее. Итак, пробуем. Сначала возьмем саморез без турборезьбы, с обычной резьбой. И теперь с турборезьбой. Честно говоря, разницы не почувствовал. Обычная резьба. И дальше у нас турборезьба. И выкручиваем. Турборезьба. Обычная резьба. Так, еще раз. Без турборезьбы. И с турборезьбой. Хотя с турборезьбой, конечно, чуть побыстрее идет. И полегче. Теперь попробуем на тонкой доске. И проверим, работает ли вот эта вот насечка, которая здесь вот есть специально, чтобы не расщеплять доску. Здесь такой насечки нету. Так, проверяем. Нашел подходящую досочку. Вкручиваем сначала без турборезьбы. Раскололо. Теперь саморез с такой вот насечкой, которую. Нет. Еще раз тот, который без. Раскалывает. И с насечкой. Так, в край даже. То есть действительно вот это вот. Вот здесь вот то, что сделано, вот такая вот вещь, она действительно помогает, чтобы не раскалывало доску.